Да, ведь человеку 34 года и зовут его Денис. Опа, мясо. Твикс. Стоять! Пятьдесят четыре года прошло, тебе за них спасибо. Включай уже свой творческий режим. Ебать. Уже смотреть на твои женские под... Мы все прекрасно понимаем, что не пройдешь игру без чита. Дружок, не попали в ней, маразматик, блин. Ты старый. Братишка, ты что творишь, блин? Они меня сейчас начнут, типа... Типа, знаешь как, они сейчас начнут мне говорить, типа, о, если б не уборщик, ты бы так и не прошел бы. И вот это начнется, они меня давить будут, ты понимаешь, вот этим вот. Они меня будут давить вот этим. А если б не уборщик, если б не птица, то ты типа не прошел бы. Это он задонатил, типа, ну знаешь как, начнется хейтеры, начнут дизлайк, отписка, вот этот вот, знаешь как, начнется, блин, дирижабль. Просто чтобы не фармить время, не тратить на фарм. Ладно, не врубай творческий, но верни хапани в меме. Вот это нравится. Братан, блин. И нет, да фотку нет. Пены тоже давай. Твич, пи***ц, нахуй, пошла отсюда. Вовочка ебаная. Пошел ты нахуй отсюда, чучело. Только попробуй, сука. Попробуй только три чебаны. Мразь. Лысина, лысина, от моды независима. Лысым буду я всегда ходить. Классика, да что... А чё смеёмся, долбай? Смешно, да? Чё смеёмся-то? Чё смешно? Не, а чё смешно-то? Чел как чел, бля. А чё смеёмся? Я не понимаю, типа, вообще же. Типа, а чё смешно? Не, а чё смеёмся-то? Не, давай, ну давай по факту, чё смешно? Ну да, пена лох, и чё? Не, а чё смешно-то? Чё смеёмся-то? Давай по факту расскажи, чё смеёмся, чё смешно? Да, зима, конечно, лютая, холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции! Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание — получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированные перчи. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально ну за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Смешно то, что ты уже в свои скулские годы лысея, пытаешься молодиться, отращивая волосы, это очень жалко, Пинчес. Дед, ты думаешь, это незаметно, что ты обрабатываешь фотки в Фейстюн и накладываешь маску молодости? Ну, если челы не шарят, то схавают, но это очень полезно. Ты стесняешься своих морщин, а? Я стесняюсь?
А, еще я обрабатываю фотки. Да иди ты нахуй, друг. Вообще там ноль обработки, продурочная. Хочешь, я тебя скину эту фотку прямо с телефона, и ты увидишь, что она не вообще не через один редактор не открывалась. Умираешь, пробуешь еще раз. Уже не смешно, когда ты умираешь. Давай я за тебя, дурачок. Все, сейчас точно попрет, братишка. Вот сейчас реально мы попрет. Так хорошо сегодня говорили с тобой по выпке. Спасибо за ночь. Кстати, спасибо, скоро приеду в Самару и привезу вяленых рыб и ирландские виски. О, бэйби, май фразес, май бразес. О, пукучино буканаро, екэте сто пестесо. Хо-хо-хо, бэйби. Ура, ура, у меня будет секс. Все, сейчас я быстро, мне надо металл здесь. Ну, такое верхолазное всякое. Боже, как мне дракона уже жалко стало, если честно. Он сидит там уже, наверное, трясется весь. Ладно, сейчас, короче, попробуем все металлом обмазаться. Да, броня такая сюда. Есть контакт. Надо запасную кирку сделать тоже. Да. Пусть будет запасная кирка, потому что этой пи***ц скоро придет. Сюда. Сюда. 37 кусочков. Уголя хватает, должно хватить. Лях. Жас. Просто убийца дракона смотрит на вас. Что это за звуки? Ебать! Смотрите! Смотрите! Так, ребзики. Я нашел какой-то подземный замок лютейшего образа. Так, мне сейчас надо, товарищи, я кровать я могу сделать, у меня есть для этого что-то? Кровать, блин. Не, ну по идее я знаю, где это место, я потом приду к нему. Ну то есть это из моего дома спуск сюда, а там уже... Так, ну что, пробиваем аккуратненько. Чел, это тот самый медный замок. Да хуй всего. Нам нужен краюшек. А сейчас, если мы туда упадем, это центр. Чуча-чуц, ты сюда со мной. Чуча-чуц. О! Вот это уже мне больше нравится. Опа! Так. Боже, посмотрите, это медные слитки просто. Охуеть, это медь, чел. Просто медь. Просто мять. Мне бы такие алмазные найти бы. Раз. Алло. Алло, привет, звонила. А, да, привет, я тебе звонила. Чё ты там, ну чё ты? На тебе. Раскумарся, ты чё, спал? Да, а ты зачем пёрнул? А, ты пёрнул? Да, тут всё уважение. Ничего страшного, говорится, раскумарся с утреца. Я сейчас почти Майнкрафт прошел, дракона убиваю. А, ну все, желаю удачи, захожу сейчас. Давай, да, давай, да. Давай, Коля. Да. Чуча-чуч, ты всегда со мной, чуча-чуч. Чел идет по верхолазке. Тут реально прикольно. Чуча-чуч, ты сюда со мной. Чуча-чуч. Тут прикольно. О, нижняя ласка. Вау. Кровати. Слышишь, блядь, так можно поспать тут-то и все. О, точка возрождения установлена. А теперь тут буду просыпаться. Ух ты.
Я тут поставил точку возрождения. Не, я свой дом знаю, где я его легко найду. Я вообще на изи найду. Угу. А, пососать хочешь? Я сейчас приду. Вау! Пуля, ну не ломается. Чуть-чуть, ты всегда со мной. Есть контакт. А что значит зачарованное золотое яблоко? Факел поставить. И что, это поможет? Ух ты, лё! Ключ испытаний? Чё это такое? Какой-то ключ мне дали, чел. Чём прэк? И что, блин? Чё снизу? Странная лока какая-то. Ещё спавнера есть? Ой, а чё это такое? Снег, что ли? Блять, я умираю, походу. Блять, чё делать? Просто снег, чел. Все. Открой спавнер. Каким образом? Как я его открою? Я нажимаю, ничего не происходит. Это костный блок, чел. Ух, ебать! Взрывоустойчивость плюс 3, прочность 3. Охуеть! Да что это за курица? Откуда ты тут взялась? Это что за курица? Хуй она тут делает? Может, курицу убить надо, чел? Что ты меня там скинуть надо, чё? За видос ты мне скинул по поводу ключа. Где ты скинул? Надеюсь, мы узнаем сегодня. Мы хотели мне подождите до свидания. И чё? Ну да, типа какой-то спамнер открывать. Эти не похожи на тот. Там сбоку такая дырка, типа пи... Опа. Там лук какой-то лежит. О, что-то эти зеленые кристаллы. Бутин. Баси. Таси. Даси. Роза, Си. Даси. Лиса. Пися. Соси. Даси. Маси. Ти. Дади. Сюси, Руси, Дюси, Иси, Баси, Таси, Даси, Баси, Даси, Иси, Боже, Даси, Маси, Таси, Дади. Да заебал, ты еще, блядь, лезешь, что отвлекаешься, сын мамы, пидор, да донати, сын дерьма, клёв меня, уебал, насал уши. Куда идти-то? Ой, а чё эти челы появились, слышишь?
не понял. В смысле, я же тут был, а не... Как? Так, а где я был только что? Здесь? Нет. Здорово. Попробовать быстро все сделать. Да лут вон он лежит. Боже, блядь. Сука. Спья. Вот. По-моему, я не все подобрал. Лука, по-моему, нет у меня. Сейчас попробуем аккуратно. Да я же пиздюков боюсь, ну, просто ебанутая, на все что-то я еще не подобрал. Нижние где штаны у меня? Они что, сломаны? Лука нет, а лук есть. Лучас, кучас, дочес, мачес, лисес, писес. Так, я тут был? Лютя, тютя, тютя, людя, лютя, людя, людя, бюджос, маджос, кичус, кичус, Массачусетс, прыгня, пыгня, бывня, лылня, чем я бью, сука? Маджо, Санчо, Панчо, Джо, Джо, Лох. Боже мой, сейчас ёбан, блядь. Давайте по одному заходим, девочки. Понятно. Привет, Дед. Месяц не заходил на стрим. Да, рад, подождал. Что ничего не пропустил по Майнкрафту. Железная броня — это неплохо для начала. Но тебе нужно будет найти алмазы. Да пошел они ты на! Чаще всего встречаются на высоте. 7. Спавнятся, ублюдки. Факелы даже не помогают. Блять, иди нахуй, молку, лобан, самый конченый моб. Боже, блять. Иди забери сундуку, топор и броню. Потом же сам не будешь, что ничего нет нормально. И будешь каменным инструментом. Мя-мя-мя-мя-мя. Тортик, точно. В смысле, он его не ест, просто разрушил его и все. Чел. Короче, я предлагаю так. Выходить на сегодня. Хватит мини-крафта. Я хочу страшилку новую попробовать. Завтра точно финал.